Твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф. В Малосемейном общежитии на Ленина, как всегда, многолюдно. На часах 11 утра. Людмила, ее гражданский муж и полуторагодовалый ребенок только проснулись. По словам матери, старшие в деревне младшего покормили. Кашу? Кашу готовила? Кашу была, да? Ладно, понятно. Семья состоит на учете. Четверо детей, муж, когда позволяет здоровье, выходит в такси. Ну, видимо, не часто. А рядом с кашей привычная рюмка. Маму это не смущает, как и пустота в холодильнике. Но женщина обещает, все будет. И еда, и ремонт. Я сейчас знаю, что детей одевать надо. Вы что? На это всегда находится. Не знаю, пожалуйста. Я же вам слово дала. Все, ладно, договорились. Данная семья выявлена не так давно. Поступил сигнал, что дети пропускают школу. И, прибыв на место, мы увидели такую картину, что мама в состоянии опьянения. Иногда бывает, что в связи с материальной необходимостью она выходит на работу, на кратковременную. И старшие дети сидят с младшими, с дошкольниками. После неоднократных посещений постановки этой семьи на контроль, мама теперь вроде как не работает, и в состоянии опьянения мы ее не видим. Продукты питания стали появляться, дети дома кушают. И ну, надеемся, что состояние будет у детей улучшаться. Навестить следующую семью не получилось. Девочку с матерью запер в квартире отчим. Алло, здравствуйте, инспектор, можно к вам? Маргарита, откройте, пожалуйста, дверь. Как вы закрыты? Открыть дверь то ли не захотели, то ли вправду не смогли. Ладно, я попозже еще раз к вам подойду. До свидания. В многоквартирных домах соседи мало обращают внимание друг на друга. Равнодушие стало привычным, как и голодающие дети. В частном секторе иначе. Бдительность соседей даже навязчива, считает Наталья. Я не пью сейчас, соседи не пью. Соседи же жалуются, что все равно приходят. 25-го, когда вчера, позавчера проверка была, все пьяные были. Очень нет. Много посторонних у вас было. Нет, вот у меня подруга вчера приехали вот с мужем и муж братишка. Ну, два ночи вы все пьяные были. В два ночи здесь никого не было, все спали уже. Ночью-то кто, где водку-то взять ночью пить? Ее целый день продают. Что в 2 часа ночи, что в 12 дня в доме гости. Ребенок на кухне, а в комнатах малознакомые мужчины. Хозяйка дома объясняет. Говорят, они приехали подышать свежим деревенским воздухом. Как зовут подругу-то? Татьяна. Здравствуйте. А фамилия? Я не знаю точно. Материального достатка в этом доме нет, но еда и детская одежда имеется. Наталья – швея. И при желании могла бы обеспечить своих детей. Семья на учете давно. И многодетная мать хорошо понимает, почему. Считаете справедливой? То есть то, ну, что да? Вас здесь не убрано? Да. Не считайте, что на вас наговаривает? Нет. Нет, я сама знаю, что это моя вина. За 2 часа 3 семьи и 10 полуголодных детей. Каникулы продолжаются. Рейды, говорят полицейские, будут проводить еще чаще. А жителей просят быть внимательнее. Обращаюсь к жителям города Нефтекамска. Если кто располагает информацией по преступлениям, совершаемым в отношении детей, убедительная просьба сообщить по телефону доверия 225-95. Лилия Гарифуллина, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.